технологические и конструкторские решения по ракетной технике оперативно-тактического назначения. Комплекс боепоражения малоразмерных и площадных целей в любое время года и суток, при любых метеоусловиях, без топогеодезического и метеорологического обеспечения, в условиях активного противодействия противника, средствами противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы. Комплексируемое с различными системами коррекции и самонаведения. В зависимости от характера поражаемых целей, для их эффективного поражения могут применяться различные боевые части, как кассетного типа, так и сосредоточенного действия. Ракеты обладают и средствами связи. Самоходная пусковая... Искандер-Э, в котором внедрены новые комплексы Искандер-Э, состоят из ракетной бригады в составе 2-3 ракетных дивизионов. Дивизионы имеют 2-3 батареи по 2-3 СПУ в каждой. Возможен вариант формирования отдельного ракетного дивизиона. Ракетный удар наносится с марша или из различных боевых готовностей, в том числе и из окопов специального профиля.